Дуня Пульхерия Александровна и особенно влюбленный в Дуню Розумихин радовались уходу Лужина. Раскольников рассказал, Свидригайлов просит последней встречи с Дуней, чтобы подарить ей десять тысяч. Он не скрыл, что Свидригайлов показался ему слегка помешанным. Он что-нибудь ужасное задумал, полагала Дуня. Разумихин уговаривал Дуню Пульхерию Александровну остаться в Петербурге и стать с ним денежными компаньонами для печатания переводных книг. Раскольников этот план одобрил, но сам неожиданно встал уходить. «Я после приду», – сбивчиво бормотал он, – «когда можно будет. Я вас помню и люблю, но оставьте меня одного. Когда надо будет, я сам приду, или вас позову. Может быть, все воскреснет. Его мать от неожиданности была близка к обмороку. Дуня негодовала на брата. Разумихин побежал за Раскольниковым. Тот бросил ему. «Ни о чем меня не спрашивай. Не приходи ко мне. Оставь меня, а их не оставь. Понимаешь меня?» Разумихин посмотрел на друга и в первый раз начал догадываться, что с ним случилось. Раскольников вышел, а Разумихин кинулся успокаивать Дуню с матерью и с тех пор стал у них сыном и братом.